На пути в страну знаний и нам, взрослым, и нашим ребятам потребуется много полезных советов и пожеланий. И у нас сегодня в зале присутствуют взрослые, которые с удовольствием вам скажут добрые, хорошие слова напутствий. Это глава муниципального образования «Весенний сельсовет» Сергей Васильевич Швецов. Мы приглашаем его на сцену. И наш активный участник в жизни сельского совета и поселка Весенний, депутат Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район Денис Михайлович Овсянников. Мы тоже вас приглашаем на сцену. Добрый день, уважаемые взрослые, дорогие наши ребята. Ну, ты пролетело лето, заканчиваются каникулы. Осталось всего 10 дней до начала учебного года. Ну, в преддверии этого замечательного дня, дня знаний, хочется пожелать вам всем, конечно, здоровья, нашим деткам, хороших оценок, чтобы они только радовали наших родителей и нас в том числе. Ну и мы от себя лично, от администрации Весеннего сельсовета, Совета депутатов, хотим сделать вам небольшие подарки, помощь для того, чтобы вы могли достойно собрать своих детишек в школу. Спасибо, Сергей Васильевич, Денис Михайлович. Добрый день, дорогие, уважаемые наши родители, детишки. Сам являюсь отцом тоже вот таких вот двоих. Знаю, что это такое, знаю, что как дети с нетерпением наши ждут лета, каникул, чтобы отдохнуть. На каникулах наши детишки наотдыхаются, с нетерпением ждут начала учебного года, чтобы опять встретиться со старыми друзьями. Ну а у наших родителей не заканчивается ни учебный год, то есть у нас продолжается и в каникулы подготовка, новая подготовка к учебному году, да, то есть это начинается у нас новая учебная форма, рубашки, майки, шорты, кроссовки, канцтовары, портфель, рюкзак новый и все остальное. Так вот, чтобы немного облегчить ваши хлопоты, мы в рамках акции «Соберем ребенка школы», то есть с участием главы Сергея Васильевича Весеннего сельского совета, с участием нашего депутатского корпуса, решили подарить вам небольшие подарки, то есть сертификаты на канцтовары, чтобы вы их выбрали вашим детям такие самые красивые, самые удобные, чтобы учеба им была в радость, а не в тягость. И хочу пожелать еще раз вас, пожелать вам хорошего наступления учебного года, несмотря на то, что лето такое жаркое было, нас всех прожарило, надеюсь, это для здоровья, чтобы детишки и вы не болели, росли, подрастали. С наступающим вас началом учебного года. Спасибо огромное за приятные слова, напутствие. Но я прошу вас остаться на сцене, потому что к вам сюда уже спешат ребята. Итак, дорогие друзья, на сцене мы ждем и приглашаем. Воробьев Иван поднимается к нам. Лебединец Данил. Распаев Гумар. Сиитов Сабир. Шаталов Матвей. Карпов Ярослав. Онищенко Анна. Соболева Виктория. Свирский Иван, Широков Кирилл, Хованская Анна и Семирханова Карина. Вот такая большая дружная семья встречает наших ребят на сцене. Итак, все вместе, давайте-ка вот в один ровненький рядочек, чтобы каждого было видно и заметно. А мы аплодируем нашим ребятам. И, конечно, желаем хороших оценок, надежных друзей, самых-самых лучших школьных дней, и чтобы было у вас замечательное настроение во время учебного года. Ну и, конечно же, обязательно фото на память, аплодисменты от присутствующих взрослых в зале. Вам, дорогие ребята, хороших-хороших дней учебных. Ну а родителям, дорогие наши родители, ну пусть вам школьные дни будут тоже в радость. И все будете переживать заново вместе с детками. Успехов и отдохнуть последние эти 10, крайних 10 дней каникулярных. Весело, интересно и бодро. Спасибо вам огромное. Аплодируем!
настроение. Продолжаем подкреплять выступлением участников художественной самодеятельности Центра культуры поселка Весенний. Для вас музыкальный